Казанском федеральном университете стартовала образовательная программа по повышению квалификации проректоров узбекских вузов под названием «Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности». Делегаты ознакомились с основными бизнес-процессами современного университета, инструментами акселерации, фазами проектной деятельности, а также возможностями грантовой поддержки инициатив в высшем образовании. Также гости посетили занятия в Институте управления экономики и финансов. Проректором были представлены студенческие кружки, которые разрабатываются в Казанском университете. Мы можем прогнозировать с большой точностью успешность образовательной траектории студента, предсказать его уход в образовательную траекторию по каким-то причинам и так далее. Помимо ранее упомянутого, гости из Узбекистана познакомились с перспективными проектами, которые разрабатываются в рамках различных отраслей и направлений в институтах Казанского федерального. По словам одного из проректоров, по возвращении домой была запланирована зум-конференция со студентами и академиками Казанского университета. Гости уже настроены на плодотворную деятельность и надеются на сотрудничество в дальнейшем. Я сам лично для себя нашел очень важную информацию. Нам интересен механизм всех этих процессов, например, как можно начать или как можно составить план работы, который в конечном итоге эта работа идет на конечный результат. Отметим, что Казанский федеральный университет плотно сотрудничает со странами Ближнего Востока и является лидером по количеству студентов из Узбекистана. Курсы повышения квалификации для первой группы узбекской делегации продлятся до 7 июня. Следом за ними в Казань перенимать опыт Казанского университета приедет вторая группа менеджеров вузов Узбекистана. Карина Саяхова, Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.